В Москве таксист стал организатором тяжкого преступления. Он привез своих клиентов прямо в бандитскую западню. Ночью предприниматели и его знакомые вышли из клуба в центре города и вызвали машину с помощью интернет-агрегатора. Как только пассажиры расплатились с водителем и направились к дому, на них набросились злоумышленники. Избили, ограбили, забрав в том числе смартфон. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Теперь эти кадры – улики в уголовном деле. Налетчиков задержали через несколько дней на съемной квартире в Подмосковье. На допросе они признались, что таксист, приезжий из Таджикистана, их подельник. Он заранее сообщил, что везет состоятельных подвыпивших клиентов. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Водитель задержан. Следователи проверяют бандитов на причастность к другим подобным преступлениям.